усадьбės Тайлско графство Эссекс было спокойно до одного происшествия. Я, Артур Гастингс, в отпуске после ранения стал свидетелем загадочного отравления. Хозяйка дома Эмили мертва от дозы стрихнина. Я вызвал на помощь своего знакомого детектива, бельгийца Эркюля Пуаро, который по кусочкам восстановил и расставил детали событий по точкам. Он узнал, кто с кем и о чем говорил, кто с кем пил чай, кто к кому заезжал. Пуаро осмотрел комнату покойной, не упустил никакой мелочи до уборной. Ключ, папки для бумаг, замки, нитки зеленой материи на засове двери. Кто с кем ссорился, кто кому писал письмо, кто кому наливал кофе, когда было темно. Кто с кем спал, откуда и куда можно зайти, искал автора отравления. Другого нет пути. Ковшик с остатком какао, разбитую чашку кто-то на нее наступил, оставил след промашку. На ковре находит коричневое пятно. Воск на туалетном столике, закрытое окно. В камине Пуаро находит кусок обгоревшей бумаги, который является завещанием отравленной бедолаги. Пуаро беседует, сверяет, факты анализирует, строит версии, проверяет и ими имитирует. Миссис торопилась, забыла принять лекарство. Убийство было запланировано, злое коварство. Он определил убийц, распутал логический узел, как композитор действовал, влиял подобно музе.